Первая игра нового сезона закончилась для текстильщика уверенной победой. В понедельник вечером наша команда на выезде встречалась с подмосковным клубом «Долгопрудный». Несмотря на сильного соперника, по итогам прошлого сезона «Долгопрудный» занял 4-е место в первенстве, текстильщику с самого начала матча удалось перехватить преимущество. Итоговый счет игры 1-3 в пользу ивановцев. Следующим противником красно-черных станет новичок первенства – московская команда «Строгино». В предыдущем сезоне команда играла среди любителей, но в этом году получила профессиональный статус, укрепила свой состав и будет играть среди профессионалов. Встречаться с новичками зоны всегда тяжело, потому что непонятно, на что рассчитывает эта команда, какие футболисты, тем более на старте, они еще пока свежие и голодные до большого футбола, поэтому игра может закончиться с любым результатом, но текстильщик в каждом матче рассчитывает только на победу. Поэтому будем ждать от наших ребят только уверенной красивой игры и, по возможности, забитых голов.